Ребята четко чеканят свой шаг и, конечно же, волнуются, ведь клятва кадета на всю жизнь. Воспитанники 5-го кадетского класса школы «Квантум» приняли присягу у мемориала славы в Звенигороде. Этот проект у нас реализуется 2 года. Сегодня у нас уже принимает присягу 2-й класс. И я считаю, что для Звенигорода и, в принципе, для Московской области это значимое мероприятие, потому что возрождение кадетства – это очень важно. 26 юных кадет дали важное обещание в своей жизни – служить Родине. По традиции на празднике присутствовали почетные гости и родные учащихся. Поздравления и слова напутствия прозвучали в этот день. Уважайте свою школу, знайте ее традиции, соблюдайте их. Будьте верными друзьями, уважайте старших, служите на благо нашей Родины. Теперь ребята с гордостью представляют родную школу, а все старания будут по праву награждены. Никита, воспитанник 6-го кадетского класса, получил внеочередное звание за отличные успехи в учебе и личную дисциплинированность. Мой прадед закончил всю Великую Отечественную войну. Я стараюсь равняться на него и стать, так сказать, таким же мужественным и смелым. И второе, то, что я хочу в будущем стать военнослужащим России. Пройти начальную подготовку и привыкнуть к дополнительным нагрузкам ребята уже успели. Впереди их ждет большой путь становления и служения нашей Родине. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».